Рад, перископ, майки, .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Подключается. Даже не привет, а уже респект сразу. Приветики. Всем приветики. Да пойдет. Салютики, салютики. Не лень, эпатаж давать. Hi. I'm fine. Я выгляжу, блядь, как этот... из мультика Том и Джерри Том, который сидит это на рельсах, блядь. Вот. А ты с ним проснулся часов 6, наверное. Приветики. Спасибо. Приветики. 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 Биты в кубики делаю. Приветики. 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 Ну это заебали, не задавайте вопросы только про треки, ёпта, ну уже надоело мне самому. Приветики. Приветики. Какой студии? Моя студия вот. Вон, в шкафу сейчас. Что нового? Да сдаю альбомы ребятишкам. Приветики. Я всех заебу сейчас приветиками. Приветики. Привет, Арсений. Привет. Сенчас, привет. О, привет. Так. Приветики. В 2012 году сводил. Есть такая услуга. Но я думаю, она стоит не как в 2012, а 2020-15. Приветики. Да, с прошлой студии выгнали, пиздец, ебать. Просто. С саной метлой, блядь. На. Так. Приветики. О, привет. Сегодня всех заебу приветиками. Приветики. О, привет. О, привет.
Иногда я чувствую себя уже человеком, который, сука, психбольниц находится. О, привет! Когда следующий трек? Ну, сейчас я это разгребусь с парнями, со всеми. Там, вот. Отдал альбом Свику Сведённый. Осталось Apple Dream еще отдать альбом Сведённый. И, собственно, я буду садиться за свой альбом. О, приветики. Ой, привет. Угу, привет. О, привет. Ебать, вы как будто специально, сука, заходите, чтобы я приветики сказал. Я скоро как монгол, блядь, буду в инстаграм-аккаунте эти поздравлять с днем рождения. А обратная сторона альбом будет называться. За альбом надо сводить. Блять, как я вообще грамотно сказал, да? Альбом просто надо сводить сейчас. У меня свой альбом висит, да, как бы, который надо сделать. Вот, там, с лейблами базарить со всякой хуйней. Чтобы не выпустить просто на свою аудиторию, это было бы глупо. Как минимум. Приветики. Клип, ну сейчас несколько идеек есть. Мне нужно разрулить всю хуйню просто свою. Я думаю, я в июле ее разрулю вообще полностью. Я буду свободен, блять, как Добби. Буду заниматься собой. Это будет, сука, великолепно. Это будет великое время великих открытий, великих совершений. Я появлюсь опять в музыке и буду ебать всех в очко. Как я сказал, это возвышенно. Приветики. Приветики. Да, блядь, приветики. Ну, на самом деле, там мне большинство треков нравится. И, в принципе, я практически все гонял сам нарепить. Вот. Так что такие дела. А Шоком, наверное, будет фит перед альбомом. Вот. По-любому надо будет сделать. Перед альбомом надо просто подготовить все к выходу. Ну, глупо было бы делать его, наверное, летом, когда жарко, когда все пьют пиво Андрей и хотят, блядь, ехать, не знаю, на речку купаться с тёлками своими. О, привет. Здорово, классная попка, блядь. Моя попка лучше всех, нахуй. Чтоб ты знал, блядь. Щенок! Совместки будут. На альбоме совместок не будет. Да это надо дипарь делать, короче. Для этого надо дипарь делать какой-нибудь, блядь, не замороченный. Вот. Я курю ее полжизни. Или про что ты говоришь? Про айкос. Он у меня лежит, бокс-мод, валяется там в ванной.
Но мне лень купить от него этот сменный испаритель. Мираж, блять, вот такие песни нет смысла выпускать просто на аудиторию. Они беспон, блять, на аудиторию. Это для девочек песни, нахуй. Типа, моя аудитория, которая есть у меня в группе ВКонтакте, это, блядь, 80% мужиков, нахуй. Как бы здесь, конечно, возникает вопрос насчет их гетеросексуальности, но, блядь, факт в этом, нахуй. Но это бессмысленно выпускать дипарские треки без пром. Вот, поэтому я не вижу в этом смысла принципиального. Есть смысл выпускать депарь-треки только с промо, если въебывать в них бабки. А бабки у меня будут только в августе. Вот. Такие нормальные, адекватные уже. Ты ни на чё не буду распыляться. Хотя есть в голове идейка сделать какой-нибудь депарипи, блядь, вот вообще на похуй. Вот, акустический трек сделаю высоким голосом. Мне, блядь, всю акустику спеть высоким голосом, не понял совсем. Вот, бабки делаю на музыке, на своих услугах. Йоу! Ну, треки в стиле живой, я даже не знаю, типа, они такие более штучные вещи. Вот, все-таки у меня на альбоме концепт будет более такой хардкорный. Я отвечу на вопросы, сука, раз и навсегда. Да, я зарабатываю только музыкой, блядь, я нигде не работаю. С Барри что там, ну, вроде все норм с ним. Вот. Вроде живой. Трек, который на видео на альбоме будет. Сериалы сейчас в последнее время. Ну, надо Чернобыль глянуть, у меня времени нет. А, плевать на всех. Часа два. Я вообще его вообще не заморачивался. Со сводкой с ним. Не хотел заморачиваться. А слоумо будет, да. Пока я не знаю. 10 точно будет. Может, 12 будет. Будет еще, наверное, много скитов всяких. Купил пати, бумажник и телек, блядь. Тачку и телек, ну, вообще, как бы, у меня отец как бы умер, блядь, 2 года назад, если чё. Поэтому, как бы, вопрос по поводу бати, он такой достаточно, блядь, не очень.
Вот. Не успел купить тачку. Метроном будет в альбоме, да. Погодка солнечная. Поэтому как бы кондиционер. Если бахнул, да вроде живой. Весь норм. Там когда появлялись новости по поводу того, что типа он умер, я, конечно, охуел. Вот. Позвонил Политову Вовке. Говорит, блядь, все норм, говорит, ты только сейчас, говорит, 10 минут назад с ним разговаривал. Я говорю, оу. Говорит, блядь, не заебывай, говорит, я такой, ну ок. Вот. Поэтому там что-то в СМИ, походу, наморосили по поводу скоропостижного. Вот. Аж такие дела. Да, Барри, здоровья. Барри прикольный мужик. Да, видел Фами в топе. Было ровно 2 дня примерно. Вот. Я просто знаю количество средств, вливаемых в этот трек, это того не стоило. Сбиваться, да, думаю, будут сбиваться еще. Что там? И нет, да, наебнулся опять, бля. Бля. Понимаю, вон там он. Просто сидеть вот здесь. Плохая зона возле компа. Блять, согласен, мне самому не нравится там сидеть уже. Хочу просто поиграть в PlayStation. Да, хочу поиграть. У меня стоит телевизор. Я бы когда играл в PlayStation, его поставил поближе. Было бы так прекрасно. Поставил бы с кроватью, сидел бы, хуячил. Так хочу устать знаете чего... Устать не от работы, а от того, что отдыхаешь, блядь. Так хочется устать отдыхать, пиздец. Но тупо не получается отдыхать. Проблема в этом.
Да, но тут, как бы, понимаешь, это же телек здесь не тот стоял. Здесь стоял не этот телек. Здесь чувак, который раньше жил, он, короче, спиздил телек. Здесь, походу, телек здоровый был. Вот. А, как бы, тема в том, что это просто мой телек. Вот. Ну, можно сказать, не совсем мой, но... Собственно, в любом случае я хотел покупать потом как-нибудь телек. Просто здоровенный. Вот. Ну, сука, где-то под полтишку стоит, блядь. Такой прям хорошенький. А мне сейчас что-то как-то, ну, не на это бабки охота тратить. После выхода альбома что планируешь делать? А, планирую нахуяриться. Наебенишь. Просто в щебеня. И Вальхалу сразу. Вальхалу, блядь. Все зависит от вложений в альбом. Вот. Если все получится пробить по промо, по всем площадкам, может, и по концертам поеду. Вот. А если получится еще пробить средства, чтобы в него вложить, то вообще будет за БСЭ. Вот. Это все просто. Это все не просто, единственное, что. Ну, маркетинг, да, главное, чтобы они грамотно вложены были. Я уже говорил по поводу шоков. Перед альбомом. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Вот примерно в этих месяцах будет альбом. Я думаю, я, может, какие-то треки просто выкину, какие-то треки добавлю. Как грамотно крышу раскрутку вложить. Сначала надо позаботиться не о том, как вложить его, а чтобы у тебя материал был нормальный. И интересный. Треки на дистрибьюцию, да кому, когда как, типа, вот отдавал Warner'у последний трек просто на дистрибьюцию. По-всякому. Ладненько, давайте, ребятки.